Всем привет, с вами Комаров Виталий. Вот буквально недавно мы с женой посмотрели видео, где Караулов рассказывает о том, как он возил колбасу на экспертизу. И моя супруга говорит, вот люди посмотрят это видео и колбасу брать не будут. И тут вот нарезал колбаски. Вот мы, ребята, русские люди, ну ничем нас не возьмешь, а ну... Сами посмотрели и сами же сожрали. Вот так вот у нас в жизни бывает. Ничем нас не достать. Действительно, проблема-то серьезная. Сколько у нас какой колбасы продается в магазинах, мы даже понятия не имеем, что в ней и что как наталкано. Тем более, сегодня вот после новогодние праздники. Кто чего отравился, неизвестно. Вот такой вот у нас сегодняшний сюжет. Это не помогла сделать моя супруга. Вот люди посмотрят, какую колбасу делают. И мы жрать ее не будем. Ну, сами же нарезали и тут же сейчас будем наяривать. Так что... Сказала, захотят жить, не будут кушать. Да, вот она сейчас добавляет, захотят жить, не будут кушать. Ага, да, сами вот с колбаской сидим.